Так, Леня. Второго круга нет. Просто. Вторая попытка уже вне зачета. Сейчас увереннее. Ну, вторая всегда увереннее. Поехали! Давай! Ну да, да, надо считать. Потеря большая времени. А что, четко заехал. Сейчас посмотрим. Так, 70-очка. Красиво. Отдай! Отдай! Отпусти! Ваня! Подожди! Давай, Леша, давай, вчера! Сильно есть, блядь, снизу! Колесами! 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 Леша, колесами! Лебедку парит! Рока, колесами помоги немножко! Давай, поднимай колесами, давай! Ну так и тяни, не пускай, гад! Тяни, ты же больше! Она поедет сама! Ну и все, Лёва, мы признали! Очень быстро, это победа! За минуту, быстрее, чем Лёня! Лёня проиграл! Сань, разгона! Чтобы он так перед копией едет. Съедь потихоньку, Саня, потихоньку. Потихоньку съедь. А где удочка? Я тебе ее оставил. Только гаскубу на рампу сядь. Едь. Поспелее этого, шо? Танечку, едь. Давай, засыпай. Да давай, Сань. Дай я просто сяду. Пошел в атаку. Сейчас будет экшен. Смотри, что происходит. Ура!
Да походка, ты посмотри, летящая вообще. Смотрите, этот человек, который решил показать, что такое аж. Что такое оффроуд? Машина, что такое оффроуд? Решил, будем говорить по-нашему, тряхнуть стариной. Стариной, да. Хотя новогодние праздники еще не скоро, но тряхнуть решил заранее. Так, Пашенька едет. Это новое видео. Этот человек, легенда. Легенда оффроуда. На легендарной машине в легендарной яме. Уже не тот, конечно. Фиаско, да. Это фиаско, да, Андрюха? Фиаско или нет? Это... Да? А может, он не помнит, как зад включается? Ты что, бомба это легендарная? Нет, это не фиаско. Он сейчас еще покажет. Не хватает клиренса. Может раскатать. Да, давно ее не было в деле. Давай еще разок. Нормально исполняет. Волну какую поднял. Выехал. Так, крутой. Слепого с креслом он вдохновил. Вот это зажигает. Ну, выехать сложнее, чем съехать. Маньяк, да. Хочет. Офигенно, Паш. Не продавай, не продавай. Дело же не в колесах. Не продавай. Глянь, помолодел лет на 8. Я не продаю пока. На Ниву поменяйся с ним, это нормально. Смотри, если мы меняемся с тобой на Ниву, я Руслана меняюсь на 8300. Телефон зовут. Но он тебя не видел, да? Назад дай. Никого нету. Влево руль, лево руль. Лево руль. Смотри, он тебя зароет сейчас, елки. Валера, остановись. Дрова не испортил ничего. Все далеко.
Запрыгни в кресло пока, Валера. Там прикольно в кресле, садись. Я только жить начал. Я понял. Телефон только мне оставь. Я тебя поснимаю, иди. 29,999. Саня, в твоем возрасте уже таскать лебедку не гоже. Остановись. Ты должен на диване на крыше сидеть. Давай иди на диван, иди отдыхай. Так а что ты скажешь? Опа, тихо, тихо, тихо. Два раза плечи. Он гвоздил в колесе. Смотрите, он просто ее остановил. Да. Вырвал мозаик. Смотрите, что готово. Да. Да-да-да, уедет он. А это уже было нечестно. Это уже было нечестно. Он зажал тормоза. Шушигу на тормозах не может он потянуть. Это не выдержит. Это белый. Ваш стекло. Вон туда. Это каждого права в Украине, чтобы что я делаю. Хочешь делать ход платный, делай ход платный. Ну да, хочешь, да. Не хочешь видеть, тебя никто не заставляет. Там подрулевские стоят? Нет. Паджеро 2 это 2,8. Андрюха, это Паджеро 2, 2,8 называется. УАЗа Паджеро. Надо пойти ему было. Это твой тезка, он тоже очень жесткий. Просто все Андрюхи, я знаю, да. Сколько Андрюх, очень жесткие ребята. В оффроуде особенно. Не знаю. Не? Не, я слышал песню, да. Не все. Это да, это жесткий. Да. Ну а вон на сером патруле, это тоже на сером по УАЗе, это что же Андрюха? Жесткий Андрюха. Кого еще тебе сказать? Олег Михайлович, он показывает. Олег Михайлович, думаешь? Это да, это серьезный. Олег Михайлович. И все. Чуть не застрял. Тут самое слабое место, передняя полуоси. Ну, шрусы передние, понял? Так это Паджеро, да? Паджеро, да. Это понятно, почему. 2,8 турбо. Так он долго... Ну, ходовка тоже Паджеро? Да. Это понятно, почему... Ох ты, что это? Понятно, почему он так отжигает. Знаешь, что парадоксально? Что вот в моем Паджеро полуоси на всех упала такой же... Точно такого же диаметра, как, блин... Она тоже там 20... 30, ну, 29 или 20-30 миллиметров. Каждый миллиметр влияет очень сильно. Это я могу так сказать. Каждый миллиметр, лишний миллиметр 2. А 2 это пропасть вообще. Поехала. Подожди, 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 подожди. Подожди. Чуть не проехал. Хорош, да? Это что значит, да, блин? Иномарка. Так, теперь бородач опять на арене. Заднюю замуну. Смотри, как ему понравилось. Как будто в первый раз, да? Да, да. Как будто, блин, полгода секса не было. Да какой полгода? Вроде 18 лет не было у него ничего. Посмотри. Ну туда он не выйдет, да? Если 18 лет не было секса, уже бороду бы, наверное, сбрил. Ванга, дай прогноз. А, не, он сейчас вот туда пойдет, смотри. Вправо пойдет. Слушай, ему на день рождения, когда мне день рождения, надо вот эту жилетку подарить какую-то, знаешь, есть такой же бородатый, который вы мне как-то нравится. Не помню. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, а попытка была зачетная. Да не, ну нормально шел. Я думаю, нормально шел. Блять,
тоже. А это я, вы видите вот такого? Это я. Здоровая. А куда он едет? Нету. Оп! Стой! Вот так вот. Второй раз уже. Пошла. Пошла уже. Батарейка сдыхает.